Готовился спарринг. Лебедева закрутить за спину. Против левши. И Лерихуков есть. Оставляется, грубо говоря. Я считаю, это неправильно. Вот, вот, по цели. Случай нельзя. Только идти вправо должен. Тут Лебедев первым. Да. Должен решать эти ранних раундов. И... двигаться по сторонам. Его стиль, посмотрим. Кстати. Это да. Его стиль. Он трехкратный чемпион. Но Лебедев под хука, чтобы не как-то... досрочно на атаке Лебедева. Марка Хука очень хорошо изучит. Но пока Лебедев верит, сжимает, поддавливает. На другого шанса. Хук защищает больше психологически. В печени нужно бить левше. Вегнер. Он в напряженной ранной борьбе. Он свежо выглядит. Передние руки, обуцу раз-два, удар. Успевает защиту. Вот так. Интересно наблюдать. Женечный удар справа. Бой. Опять провалился. Дальний одиночный. Много. Потому что, видимо, Лебедев просто не дает. Обычно. Вот четырехударный. Одиночный должен быть пятый. Оба не подарки. Вот не одиночный, а без подарки. И... вот сейчас который хочет завоевать. Что если бой продлится все 12 раундов, то первого пропущенного удара. Лишние удары, а когда достигает цели... и как мне кажется... ну, обычно, если ничего, он уже не полотно слышен, достать... как со стороны болит. И при том обоим... запас. В этом бою. Как мы видели, судьи за одним вот пришел на перчатку, но для него обычно очень хорошо проводит. Да. Считается, что... он в высоком ударную такой. Надо бить сдать. Матывает. Больше. Вот оно. Позволяет себе то, что иногда выбрасывает. В таком бою. Смотрим, еще есть одна минута. For Hook. William Hurt scores at 116-112 for Lebedev. Manuel Oliver Palomo scores it 115-113 to the winner by split decision, aus Deutschland. And still, WBO cruiserweight champion of the world, Marco Captain Еще обиднее, когда вот такие тренировки происходят. Человек старался, трудился, многим жертвовал ради этого боя. А его взяли и обокрали, и не отдали победу в выигранном бою. Вот здесь что делать? Как здесь найти справедливость? И у него еще хватило наглости и совести залезть в каждый угол и показать вот это свое.